там пытаются целовать, хватать. Ну, видимо, это превратилось в какое-то развлечение. Вот такая вот игра с журналистами, особенно с журналистами-девушками. Ну и несколько смущает, в принципе, происходящее здесь на Никольской, особенно ближе к вечеру. Это мой первый чемпионат мира. Первая такая важная работа на большом мероприятии. Конечно, наверное, бывает трудно быть среди этой толпы болельщиков, но я считаю, что, во-первых, это все зависит от того, как ты себя ведешь, как ты себя, да, настроишь. Нужно всегда показать, что это моя работа, я ведущий, да, и люди пьяные не должны лезть в камеру, нужно дать им какой-то отпор.